Мы для себя назвали стадион. Да, почему? Ну, потому что у Милы песни такие, знаете, о любви, очень красивая аранжировка, в основном романтичные, там такие очень роскошные медляки. Мила же сама пишет тексты, там она очень дружит с разными композиторами, и у нее очень хорошо получается, ее хит, ее коронка, это такие, знаете, очень романтичные песни. А эта песня на стадионе, наверное, там нужно было поменять технику пения, потому что она на взрыв, это очень пробивается энергетикой последние ряды. Ну, то есть, поработали. Я могу сказать, что меня очень радует, что была поющая, она очень хорошо поет, она очень хорошая вокалистка. Женщина истеричка, ну когда мужчина истеричка, это же жесть.